Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, хозяйка «Медвежьего угла» Елена Горчакова. И я хочу представить вам свой новый мини-курс, мини-курс обучения травника, посвященный растению, которое способно лечить рак, анемию беременных, которое способно избавить человека от гастрита, от язвы, лечить тяжелейшие ушибы и травмы, а также обладает массой других ценнейших свойств. Но самое главное свойство его, конечно, противораковое. Это растение, о котором ходит легенда буквально, о котором люди рассказывают истории, как им вылечили раковые онкологические заболевания на тех стадиях, когда врачи отказались. Хотите знать, что это? Это подорожник. Причем подорожник большой и подорожник ланцетовидный обладают одинаковыми целебными свойствами. Это растение, которое доступно каждому из вас, каждому, кто живет в Евразии, в Северной Америке. Вот. Для них это растение, которое буквально растет под ногами у каждого из вас. Сейчас наступает время собирать молодые листочки подорожника. Если вы уже купили курс обучения травнику 100 главных трав Руси, то в вашем курсе это урок номер 2. Если вы не хотите приобретать курс 100 главных трав Руси, для вас это дорого или не актуально, вы можете приобрести обучающий мини-курс подорожника отдельно. Он выставлен на продажу в моем таежном магазинчике. Давайте я расскажу вам, что вы получите внутри, что внутри этого курса. Первый урок общий. Он рассказывает об общих свойствах подорожника и о научных исследованиях, в которых было доказано его мощное противораковое действие, в которых было доказано, что подорожник обладает свойством предупреждать развитие метастазов, в которых было доказано даже свойство подорожника обращать развитие метастазов при онкологических заболеваниях. Это уникальное совершенно свойство, другие растения ими не обладают. Подорожник – единственное растение, которое обладает этими свойствами. Конечно же, для того, чтобы использовать эти свойства, подорожник нужно использовать правильно, чему мы и будем учиться внутри этого курса. Во втором уроке мини-курса про подорожник будет рассматриваться как косметическое средство, как великолепнейший просто эликсир красоты, средство, из которого можно сделать множество вариантов косметики, ручной работы, натуральной косметики, которая очень мощно оздоравливает кожу, дает огромный заряд красоты. В курсе подорожник показан как средство для оздоровления и лечения волос, кожи. Показаны рецепты, даны рецепты, по которым можно приготовить дома крем, шампунь, бальзам для волос. Далее в курсе подробно освещается использование подорожника для лечения гастрита и язвы желудка и приводятся конкретные рецепты, как именно готовить подорожник для того, чтобы лечить гастрит и язвы желудка, как принимать, как лечить, какой курс лечения проводить, все очень подробно рассказано. Следующая тема рассказов про подорожник – это использование подорожника как мощнейшего обезболивающего средства. Подорожник – это чудесное растение, которое может спасти беременную женщину и защитить будущего ребенка от множества проблем, вызываемых современной экологией, вызываемых слабым здоровьем нашей молодежи и так далее. Подорожник – это бесценное совершенно растение для тех, кто ждет ребенка и хочет оставаться при этом здоровой, и чтобы ребеночек был здоровым тоже. Практическую часть курса про подорожник – завершает урок о том, как использовать подорожник как продукт питания. Его готовили истори на Руси. Я привожу несколько кулинарных рецептов для того, чтобы просто кушать подорожник и использовать таким образом все его целебные свойства, как в таком профилактическом ключе. Завершает урок про подорожник доступ к уроку о принципах составления травяных сборов. Пользуясь этими принципами, вы сможете в дальнейшем составлять травяные сборы с использованием подорожника или на основе подорожника. А как же быть, ведь подорожник сгущает кровь? Этот вопрос освещен очень-очень подробно. И также приведены способы, которыми можно полностью компенсировать свойства подорожника, повышать уровень коагуляции крови.
хотя это свойство не опасно, но для тех, кто страдает страшными там формами тромбоза, варикоза и так далее, я привожу в курсе несколько способов, как предотвратить воздействие вот этого подорожника на кровь человека, как полностью компенсировать и даже добиться эффекта обратного разжижения крови, если это будет необходимо. Все, мои дорогие друзья, пожалуйста, приобретайте курс обучения травника подорожник, мини-курс обучения травника. Собирайте подорожник, используйте его, заготавливайте и будьте здоровы. Всего вам доброго, дорогие друзья, я вас всех очень-очень люблю.